Мечтал я сделаться хедлайнером, мечтал к инвесторам примкнуть, но сочинение злобных опусов для этого не лучший путь. Инвесторы за годы бизнеса в себе взлелеяли чутье. Коль в воздухе крамола носится, инвестор чувствует ее. И пусть он не читает опусов, пусть грамоту забыл почти, однако всех смутьянов перечень ему успели принести. Я уверял, что я раскаялся, что обожаю капитал, однако фальшь, как точку черную, во мне инвестор увидал. Напрасно я молил о помощи, напрасно я пускал слезу. Он блик махновского пожарища заметил у меня в глазу. Да, мне хотелось разрушения, хотелось сжечь и убивать, хотелось глупые решения, пробравшись в бизнес, принимать. А в дни народного восстания стать разжигателем страстей и в пекло офисного здания бросать инвесторских детей. Конечно, офисное здание при этом я поджег бы сам. Все это зоркому инвестору прекрасно видно по глазам. И потому по справедливости я должен был уйти ни с чем и вновь трудиться такелажником, и спиться, и пропасть совсем, и все прекрасно бы уладилось. Но временами сам собой органчик в голове инвестора внезапно допускает сбой. Все шестерни назад закрутятся, и этот сбивчивый процесс дойдет до звукового валика и проиграет слово «yes». Господь решил, что все хедлайнеры во всякий социальный строй личинку неизбежной гибели внедряли собственной рукой, чтоб в странное оцепенение они вдруг начали впадать, и долго-долго так сидели бы, не в силах что-то понять.